Миленькая елочка сидит миленько на попке и скидывает миленько погадочку. Да, Ёль? Ну и лицо у тебя. С таким лицом сову тошнит. На самом деле, если бы она встала на лапки, ей было бы проще. Но ей лень. Поэтому она делает так. Это косточки от перепелки. Там почти нет было перьев, поэтому она такая. Да. Ёль как бы говорит, если выложишь это в сеть, я тебя убью. Ну, а вот так вот выглядит эта погадка. Вот я ее забрала на бумажке. Тут кости, причем не все кости. Часть костей переварилась, остались самые твердые. То есть череп почти полностью переваривается. Там от него только затылочная часть остается. И вот эти вот палочки такие тоненькие, это ну, куски перьев, кости. А само оперение, которое... более мягкая, вот эти части, они, в принципе, тоже перевариваются. Хрящи, все. Это необходимо для построения у птицы из собственных перьев, там, когда птенец растет, например, кальций. Вот, а так, то есть, она ничем не пахнет вообще, ну, сыростью просто. Как вот слюна, да, она не пахнет, вот точно так же не пахнут и погадочки у здоровой птицы. Если погадка пахнет, значит птица нездорова. Вот. Ну, покрыта она специальной слизью. Слизь помогает проходить через пищевод и защищает пищевод от повреждения, например, вот острыми кончиками каких-нибудь костей. Эта слизь, опять же, она запаха не имеет. Ну, в общем, видно, что тут не осталось никаких кусков мяса, никаких хрящей, жил и прочего. Если мясо остается, птица скидывает, это значит, что тоже что-то не в порядке. Вот, это была целая перепелка, то есть с головой. Единственное, там были отрезаны лапы, вот где пальцы, вот эта голая часть лап. Вот, то есть вот это вот все, что осталось от головы перепелки. Соответственно, кости крыльев, вот эти самые крупные. Киль полностью переварился там, остались еще какие-то, ну, в общем, и позвоночник. Вот я вижу только один позвонок, хотя я видела два там в процессе. Вот. Надеюсь, вы не ели. Хотя, ну, не знаю, вроде ничего такого и нет в этом противного. Запаха действительно никакого нет. И все хорошо. То есть, состояние погадки хорошее именно для такой структуры. То есть кости и небольшое количество перьев. От грызунов или если птица ест что-то с мехом, то выпадает прям такой вот комок. Полностью вот как комок меха. А внутри этого меха косточки как раз.